Всем золотого огня, дорогие друзья, и это рубрика ТОП-5 русскоязычных ютуберов. Ну что, погнали? И на первом месте у нас такая целых два ютубера. Этим два маленьких ютубера на первых местах по просмотрам. У них у каждого по 2 миллиона подписчиков и 3 миллиарда просмотров. Эти два ютубера — Мисс Кэти и Мистер Макс. Мисс Кэти уже 3 года, а Мистеру Максу уже 5 или 6 лет. И они зарабатывают по 37 тысяч долларов-597 тысяч долларов в месяц, а в год у них получается около 7 миллионов долларов. Вы представляете, как это много? И на четвертом месте у нас расположился канал под названием MyNeosha. У него хоть и мало подписчиков, 390 тысяч, но у него такие интересные сериалы по Майнкрафту, которые еще никто не выпускал. Итого у него 319 тысяч подписчиков и 33 миллиона просмотров. Он зарабатывает от 281 доллара до 4000 долларов в месяц. И в год предполагаемый годовой доход заработок у него 54 тысячи долларов. Это тоже достаточно много. И на третьем месте у нас расположился такой канал под названием «Мистер Лололошка» Роман Фильченков. У него более 4 миллионов подписчиков и 1 миллиарда просмотров. Канал был зарегистрирован 28 мая 2012 года. Интересный канал, его основная рубрика «Let's Play» по Майнкрафту. Тоже очень интересный канал, советую тоже подписаться. И на втором месте у нас такой канал под названием Сливки Шоу. Он выпускает очень интересные лайфхаки вместе со своим котом Куки. Он снимает Куки в космосе, всякие лайфхаки. И интересный канал в том, что качественный контент, 4К, 60 FPS. У него более 6 миллионов подписчиков, 750 миллионов просмотров, и канал был зарегистрирован 11 декабря 2012 года. Предполагаемый доход в месяц 197 тысяч долларов, а в год у него около 2 миллионов долларов. И на первом месте у нас всем известный канал Ивангая. У него 9 миллионов подписчиков и 2 миллиарда просмотров. Канал был зарегистрирован 19 марта 2013 года. Предполагаемый доход в месяц до 274 долларов в месяц. Предполагаемый годовой заработок около 3 миллионов долларов в год. Этот канал всем известен, потому что он самый популярный в русском ютубе, он в топе, топ-5 на первом месте. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта рубрика. Это моя первая рубрика, надеюсь, вам она очень понравилась, и вы оцените эту рубрику лайком. Когда наберется 15 лайков, я сниму новую рубрику, которую вы напишите в комментариях. Так что пишите в комментариях рубрику. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.